Всем привет! На связи Евгения Пивоварова и компания Фридекор. Сегодня мы будем делать новогоднее шампанское. Для этого нам понадобится пленка Фридекор, грунт, губка, контуры и акриловые краски, а также декоративные элементы для украшения. Для начала мы грунтуем нашу бутылку, освобождаем ее от этикеток и грунтуем ее акриловой краской либо грунтом. Вырезаем все необходимые элементы с пленки Фридекор. Опускаем в теплую воду на 30 секунд. Ждем, пока пленка начнет скользить по бумажной подложке. Это значит, что активировался клеевой слой и можно переносить пленку на бутылку. Придерживая за один край пленку, аккуратно вытаскиваем из-под нее бумажную подложку и пленочка остается на бутылке. Салфеткой убираем лишние пузырьки воздуха. По такому же принципу переносим изображение с пожеланием на обратную сторону бутылки. Делаем подрисовку синей краской, либо любой другой по желанию, зависит от вашей фантазии. Украшаем точечной контурной росписью, добавляем декоративные элементы, в данном случае у нас это будут белые цветы.